что ж, дорогие друзья, сейчас девушки вступят в противоборство. В белом Юлия Куценко, претендентка. В синем Фируза Шарипова, чемпионка по версии IBA, Women IBA. IBA Female, даже можно так сказать. Пояс в легком весе, весовая категория до 61 килограмма, 200 граммов. Обе спортсменки вложились в лимит веса. И началось. Юлия Куценко у нас в белом обмундировании и черной перчатке. А Фируза Шарипова, да, сине-золотом. Пошла вперед Шарипова. В принципе, она умеет работать первым номером. Но Куценко пока назад не пятится. Возможно, нас ждет действительно жаркое противостояние. Для Юлии Куценко это, кстати, довольно серьезный такой степ-ап в плане оппозиции. До этого не встречалась она ни разу с такими серьезными бойцами, как Фируза Шарипова. Да, были у нее дебютантки или девушки с отрицательным рекордом. Единственная ничья у Куценко в поединке против Татьяны Макаровой, которая на тот момент была с послужным списком 1-0. Так что Фируза для нее такой новый уровень. Да, безусловно. Ну, с другой стороны, пора уже, наверное. Но тем более, соответственно, бой чемпионский, соответственно, гонорары уже другие. Я думаю, этот момент тоже был учтен. Ну и плюс контракт с Роем Джонсом-младшим, с его промоутерской компанией. Какой-никакой вариант. Пока на дистанции работает Шарипова, на челноке. Очень спокойно она пока, да. Джеб корпус, боковой справа, быстрый достаточно. Ждет нас 10 раундов. Вот отвечает Куценко сейчас. В принципе, по предыдущим встречам, которые мы показывали на нашем телеканале, судить, у Фирузы очень хорошая серийная работа. Умеет и любит она выбрасывать несколько ударов. Он пока работает больше одиночными ударами. Это первый раунд. Возможно, просто нужно поближе Фирузе подойти. Итак, продолжается у нас поединок Фируза Шарипова против Юлии Куценко. Второй раунд из запланированных 10. Хорошо в корпус попадает Фируза. Большую руку за тело Куценко Фируза ответила. Ну вот сразу же. С начала второго раунда активнее стала Шарипова. Судя по всему, решила, что достаточно прощупала свою соперницу одиночными с дальней дистанции. Пора бы подойти и поближе. Зал, мы слышим, конечно же, поддерживает Юлию Куценко. Все-таки бой у нас проходит в северной столице Российской Федерации, Санкт-Петербурге. Юлия Куценко пока что пытается огрызаться. Действует не так агрессивно, как Шарипова. Возможно, вынуждена она принять роль второго номера. Возможно, попробует отобрать роль первого. Посмотрим. Сделай размен, Юля. Не боись, не боись. Хорошо на встречу сейчас попадает Фируза. Юлия Куценко пока что очень часто ловит удары навстречу. Хорошо поднялась до корпуса Куценко. И вот снова бросилась с ударами вперед Юлия. Наткнулась на выставленный джеб Фирузы Шариповой. На отходе сейчас пропустила Фируза. Куценко хорошо сориентировалась. Подходит к концу у нас второй раунд. И сейчас он окончательно заканчивается. Раунд под номером 3. Продолжается поединок. Чемпионский бой. Запланировано 10 раундов по 2 минуты. Фируза Шарипова против Юлии Куценко. Хорошо пошла вперед с ударами сейчас Фируза.
на позитиве у нас бойцы. Уважительно относятся друг к другу. Сейчас пожали руки. И вот первый размен в третьем раунде. Хорошо навстречу работает Шарипова. Несмотря на попадание, Куценко не открывается вновь у Фирузы кровотечение из носа. Для нее это к радости. Юлия Куценко, я думаю, будет выцеливать обязательно, чтобы получить преимущество. Хороший правый через руку от Фирузы Шариповой и начинает Куценко клинчевать. По-прежнему первым номером действует Фируза. Да, пока что Шарипова агрессивнее. Но как настоящая чемпионка, да. Неплохой джеб справа. Низко. Низко держит руки Куценко. Попыталась сейчас огрызнуться Юля, но там все было в блок по большей части. Но вот низко опущенные руки могут и аукнуться, а справа уже не раз пропустила. Да, и Фируза Шарипова очень хорошо двигается на ногах. Быстро она подходит к сопернице, тут же наносит удар. Опять джеб. Хорошо контролирует, хорошо чувствует дистанцию Шарипова в этом поединке. И вот в конце, смотрите, какая заруба, которая заканчивается клинчем. Ух! Продолжается бой. Начинает с джеба Фируза Шарипова и тут же бьет боковые. Огрызается Куценко. Смотрите, Юля вышла не за чеком, она вышла именно забрать пояс. Да. Говорил, кстати, Рой Джонс-младший, что очень хорошо Куценко готова к этому поединку и мотивирована до нельзя. Это заметно. Очень сконцентрирована Куценко. Не дает она Фирузе совсем уж вольготно работать первым номером. Смотрите, попадает Шарипова. И тут же двойка навстречу, причем точно от Юлии Куценко. Да. Здесь одним ударом Фирузе не обойтись. Куценко тут же выбрасывает 2-3-ударную комбинацию навстречу. Ну вот хорошо сейчас дотянулась Шарипова. Вовремя отошла так. Корпусом увернулась от ударов соперницы. Но вот ей нужно бить и тут же уходить. Потому что вот тут же опасно выбрасывает удары Куценко. Судя по всему, и сама Фируза это прекрасно понимает. Потому что сейчас она как будто услышала нас, начала работать именно так. Сейчас хорошо навстречу от Фирузы. Встретила она двойкой соперницу. Та была вынуждена отойти. Ну и мы практически не видим сайдстепов, да? Немножко так по прямой работают девушки. Да, угол атаки они действительно редко меняют. Никаких смещений. Вот здесь попали обе, на самом деле. Да, очень сложно как-то, ну так на первый взгляд, без конкретных подсчетов сказать, кто на данный момент ведет поединок. Но с другой стороны, поменяла стойку Фируза. Да, надолго. Уже не первый раз, да, она так слегка путает свою соперницу. Взяла паузу Куценко, но нужно быть очень аккуратным. Аккуратной Фирузе. Оп, опасно, смотри как. Обе снова попали. Очень часто, кстати, такая ситуация. Не боятся девушки лезть в размены. Но они дают жару. Защищается и очень часто этим увлекается. А вот Юлия Куценко как раз таки наоборот. Так она. Да, Юлия Куценко другая. Почти шашки на голо работает. Ну, она такая жесткая девушка, я вам скажу. То есть она работает вот этими боковыми, ждет момента, чтобы пробить боковой. Ей подраться, позарубаться, она на самом деле Фирузой готова. Это она нам демонстрирует уже 5-й раунд кряд. Джеб в корпус там был. Друг по другу попали девушки. Так, что там случилось? Кто-то с перчаткой. Кто-то, да, с экипировкой у соперницы. Фируза Шарипова сейчас поправят, я думаю, все очень быстро. Ну, готово, все. Да. Работаем дальше.
Тут же бросается вперед с ударами Фируза Шарипова. Такой размен получается. О, Куценко хорошо огрызается. Но здесь промахнулась и клинч. И на выходе из клинча попыталась Юлия пробить. Опять девушки друг перед другом извинились. Настоящие спортсменки. Все правильно. Да, очень уважительно друг к другу относятся Юлия и Фируза. Неоднократно они сегодня это демонстрировали, но при этом работают в полную силу, конечно же. Но вот не хватает точности. Сумбур есть, желание есть, точности не хватает чуть-чуть. Ни той, ни другой. Да, да. Иначе кто-то мог бы уже шмякнуться. Вот попадает, кстати, сейчас Куценко. Фируза заклинчевала. Все правильно. Ей надо иногда. И снова попадает Куценко. Опасно. Таковым еще один. Хорошо сейчас Юля хлестнула слева. Фируза выдержала. Фируза продолжает идти вперед. Я думаю, что клинч будет все больше и больше в этом поединке. Девушки бьют силовые. Сейчас очень хорошо двойкой попала навстречу Фируза Шарипова. Так она разорвала дистанцию. Дернулась голова у Юлии. Не, ну слушайте, хороший бой, друзья, девчонки молодцы. Не хватает где-то техники, если сравнивать с мужчинами. Там. Но два прошли всю дистанцию, а один закончился раньше. Фируза Шарипова пошла вперед. Давайте посмотрим, насколько Юлия Куценко дисциплинирована и слушает свой угол. Ну, пока что мы видим, что нет такого напора от нее. Она скорее встречает ударами. Хорошо сейчас попадает Фируза Шарипова справа. И тут же Куценко клинчует. Все правильно. Ну, а пропустила хороший точный удар справа. Ну, кстати, для Фирузы Шарипова это практически идеальный шанс по-настоящему включиться. Если ее соперница атаковать перестанет, у Фирузы будет больше пространства. Но вот сейчас Фируза, опа, вот так, ногами здесь нельзя. Это не кикбоксинг, Юля. У Юли кикбоксерский бэкграунд очень хороший. Но вот... Видимо, рефлексы сработали. Да. Но вот эта драка, размен даже сейчас на руку больше Фирузы Шариповой. Ох, девчонки. Да, такой у нас яркий бой. Опускают они руки обе, причем. Накатывает это из угла Фирузы Шариповой, кричат. А может быть и наказывает. Может быть, послышалось. Ну, посмотрим. Ну, Фируза накатывает. Фируза, да, накатывает. Юля клинчует. И на, вот, на, еще, неоднократно на выходе из клинча. Предупреждает уже рефери бойцов о клинче. Кстати, видно такая небольшой бланшик под правым глазом на Фирузу Шариповой. Вот пропущенные левые боковые. Да, к тому же все еще на месте носовое кровотечение. Сейчас оно, к счастью для Фирузы, закрыто. Капман постарался на славу. Заканчивается шестой раунд. Ох, попадает как Куценко мощно. И вернула сразу Фируза. Да, бой достаточно зрелищный. Бойцов. Мы продолжаем. Хороший левый боковой навстречу от Юлии Куценко. Джеб от Фирузы. Хорошая двойка от Шариповой. Продолжает наработать первым номером. В этом плане картина поединка не меняется. И еще одна двойка на подшаге. Взяла паузу Куценко и съела еще одну двоечку. Да, Шарипова очень эффективно использует такие застаивания своей соперницы. Я бы это так назвал. Грызнула сейчас Куценко, но пока что, оп, хорошо, вот не первый раз уже так справа ловит Фируза Юлию. Очень хорошо двойками пользуется Шарипова. Выносит предупреждение рефери сейчас. Ну там устное. Да, да, устное предупреждение Юлии Куценко. Попадает сейчас обе. Фируза продолжает накатывать. Но, в принципе, ей работа первая. О, хорошо сейчас. Справа уже на ходу джебом. Да, да, да. Достала Фируза Юлю.
И еще один правый кросс улетает. Сейчас уже даже слышно эти удары. Первый и седьмой раунд в карьере Юлии Куценко. Как она себя будет чувствовать в чемпионских, так называемых, раундах, 9-10, посмотрим. Продолжает поддавливать Фируза. Здесь, смотрите, они в инсайде так обменялись короткими боковыми. Очень много клинча у нас стало в поединке. Ну, девушки подустали уже. Я думаю, что клинча, количество клинча будет только увеличиваться. Напоминаем, дорогие друзья, восьмой раунд, поединок между Фирузой Шариповой и Юлией Куценко. Фируза представляет Казахстан, Юлия представляет Россию. На кону пояс WIBA по этой версии. За звание чемпионки мира сражаются спортсменки. Обладательница пояса Фируза Шарипова Юля в качестве претендентки. Это легкий вес, весовая категория до 61 килограмма, 200 грамм. Фируза Шарипова в сине-золотом и в белом Юлия Куценко. Очень хорошо Фируза продолжает пользоваться двойками. Сейчас даже сменила стойку ненадолго. Продолжает прессовать Фируза Шарипова. Сейчас крюком зацепил. Да, но Фируза нет, удар не подействовал. А, решила на себя повытягивать соперницу. Так она так отошла демонстративно. Да, опустив руки. Двойка от Шариповой и правый боковой опасный. То, что просил тренер Юлию Куценко подстречать справа. Жестко. Судя по выражению лица, раззадоривают эти удары Фирузу Шарипову. Такие реваншистские настроения у нее. Фируза что-то перестала работать по корпусу. Почти не работает. Там иногда у нее проходят короткие левые боковые в инсайде. А так она зацелилась на голову исключительно. То есть хэдхантерство сплошное. А по этажам бы поработать не мешало бы. Разнообразить ситуацию как-то. Ну, возможно, именно это стоит подсказать тренерам. Перерывы между раундами, и вот и он. Итак, девятый раунд у нас в этом поединке. Начинается с атак Фирузы Шариповой. Она по-прежнему старается работать первым номером. Но вот сейчас Куценко, смотрите, пытается не пятиться, пытается перехватить Фирузу. И кое-что и у Юли получается. Кое-какие боковые долетают до цели. Но Фирузу эти взрывы не смущают со стороны соперницы. Она и сама побить не прочь. Она продолжает поддавливать. Хороший боковой справа от Шариповой. Прижала она сейчас Куценко к канатам. Но почему не пошла? Да. Почему не пошла добивать? Опасный левый боковой от Юлии Куценко. И еще один хороший правый боковой от Куценко проходит. Хорошо, да, начала хорошо встречать Куценко Шарипову. Где-то Шарипова начинает раскрываться в атаке, теряет бдительность и вот пропускает эти боковые. Ну вот сейчас и сама с шагом вперед неплохо попадает. Не работает Фируза по корпусу вообще. Да, она забыла про это. Это очень плохо для нее. А Куценко пока что довольно уверенно себя чувствует. Ну, где-то в раунде Юля очень неплохо, кстати, действует навстречу. Причем, да, именно контратаками. Опять левый боковой от Куценко достигает цели. И здесь хороший эпизод для Куценко. Фируза как-то слишком агрессивно уже, наверное, действует. А вот здесь попадает Фируза слева. Слишком однообразно. Возможно. Я бы сказал, даже где-то читаемо для Куценко. Не хитрит. Просто идет вперед с ударами и не хитрит.
Финальный раунд. Поединки за звание чемпионки мира по версии WIBA в легком весе. Фируза Шарипова, обладательница пояса из Казахстана, пошла вперед. Хорошо пошла вперед. Но жестко отвечает претендентка из России Юлия Куценко. Бой очень плотный, очень насыщенный, очень драматичный. Абсолютно не скучный, да, где-то есть сумбур, где-то, может быть, есть недостаток в техническом арсенале у Шарипова и Куценко, но в желании выиграть ни то, ни другое не откажешь. Да, они слева боковой от Шариповой, и Куценко клинчует. Вот так вот подсказывает угол Куценко, призывают ее работать грязнее. Открытый бокс у нас практически. Коса на камень нашла. Немножко прямолинейный, но очень плотный. Отрежет боевой мы с вами смотрим. Двойка от Шарипова. Ну, ух, какие крюки сейчас просвистели в воздухе. Не все мужики порой бросают такие крюки. Достает слева Шарипова. Мне кажется, с точки зрения функциональной подготовки гораздо тяжелее Юлии Куценко. Это даже визуально. Но сейчас, на мой взгляд, кто концовку заберет, того преимущество. И вообще, кто больше сделает. Ну да. Но, знаете, друзья, близкие раунды, близкие. Куценко тоже хорошо попадает, как и Фируза Шарипова. Например, в 9-м раунде мне даже Юля понравилась больше. Мы посмотрим, кто и в каком раунде судьям понравился больше. Потому что сейчас у нас последние секунды этого поединка. И подгон правой боковой от Фирузы Шариповой. Судья Мартиросян. 98-92. 98-92. И судьи Талалакин и Бойцов единогласно решили, одинаково нас, оценили этот поединок 96-94. Да. And Georges Talalakin and Bойцов are in agreement, scoring the same 96-94. Таким образом, единогласным решением судей одержала победу и остается Фируза Шарипова чемпионкой WIBA в легком весе. Your winner by unanimous decision. Ну что ж, наши поздравления Фирузе Шариповой. В очень, на самом деле, близком и конкурентном поединке она отстояла свой пояс. Юлии Куценко огромнейшее уважение.